Только фикусы перестали осыпаться от недостатка света, как следующая проблема – ожог листьев. То есть то, что непосредственно прислонено к окошку, получает вот такие некротические пятна ожоговые. Лечить это не нужно, это не болезнь. Просто притяните ваши растения, там, или жалюзи, или тюлевая какая-то занавесочка, либо кусок пергамента, либо же отодвиньте немножечко от окон, ну вот, я знаю, сантиметров 30 от стекла, и ваши растения будут спасены от ожогов.